Перед концертом Сергея встречают главные поклонники – односельчане. Песни нравятся? Да. Да? Много песен нравится очень. Зато в интернете к 15 миллионам просмотров подбирается гимн тракториста Сергея Кондратова. Та самая загоночка, которая прогремела на всю Россию. На его первый концерт на родной Орловщине пришло более 100 человек. Нам очень нравятся его песни, и сам он обаятельный, хороший человек. Ну, потому что недавно видели его. Ну, мне понравился, мне хочется от души посмотреть весь его репертуар. Ну, с Богом, ребят. Добрый, искренний, перед каждой песней немного истории о важном – семья, родина и работа. Начал свое выступление тракторист из Бакланова с песни, посвященной своей жене. Кстати, благодаря ей он бросил пить и начал петь. Концерт получился двойной. На сцену также вышел Дмитрий Гревцев, еще одна орловская звезда шансона. Те, кто любит этот жанр, наверняка слышали его песни. Подготовили мы авторские песни, среди которых уже давно полюбившиеся песни «А еду домой», например. Или «Мама, почему ты плачешь», с которой я был на передаче «Привет, Андрей». У этого концерта определенная цель. Все вырученные средства будут потрачены на благотворительность. Сергей нашим парням на Донбассе посвятил уже не одну песню и теперь хочет исполнить их лично. В наших планах поехать по военным госпиталям, в поддержку ребят наших. Вот. И поедем в тренировочный лагерь. Поддержать ребят, это все эти денежки пойдут на помощь нашим бойцам. Осуществить задуманное певец хочет уже в ближайшее время. С этим ему тоже помогут его товарищи по сцене Дмитрий Гревцев и Вячеслав Сидоренко. Последний, к сожалению, этот вечер шансона пропустил из-за болезни. Всеволод Трифонов, Анатолий Пикуров, Вести Орел.